Окей, ребят, всем привет, с вами я, Павел Первый. Мы продолжаем проходить GTA 5, опять за Франклина, опять Лестер. Sure, They've rigged a jury to throw a class-action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Вообще надо искоренить сигареты. Зачем это вам? Удали, а толку от того, что я удалю, если где-то все равно хранится это. Окей, пойдемте убьем присяжного. Ай, что-то у меня немного подфризивает, подлагивает тут. То есть нам дают около 9 минуток на полную ликвидацию. Так, тихо. Ты этот качок, что ли? Да чтоб тебя, что за лаги сегодня у нас какие-то? Это все потому, что я сворачивал игру, да? Черта не видно. У меня утро. Ладно, день уже. Так, наш пациент, как я понял, на лодочке сидит. Это было не сложно. Западную войну, медицинский центр, где все еще грязные окна. Блин, 2 км ехать. Ну ты загнул, Уэстер. Это было больно, но мы выдержали. Так, не тот поворот. Серьезно. Так, тихо. Просто ехать нужно быстро, я не слежу. Не соблюдая правила дорожного движения. Ну, прям, впрочем, как и всегда. Так, грязные окна, грязные окна. Так, подожди.
Я чё-то нифига не вижу тут грязных окон. Они, по-моему, все грязные, и тут вообще картинки. Понятия не имею, где это. Да ты Кэп чертов. Так, ты сможешь сюда забраться? Ах! Да, ясно. Все как всегда. Может, отсюда найду? Так, давай на мусорку. Да взбирайся ты! Ну ты лоха. Ну и где наши грязные окна? Медицинский центр Эклипса, грязные окна. Отсюда будет все виднее. Я лично, например, не вижу грязных окон, я вижу размазанные текстурки. Черт, где этот гад сидит? А, вот он, Эклипс. Так, надо попытаться разобраться, где он был. Да блин, они тут все грязные. Какой из них конкретно? Я не вижу лично. У меня 2 минуты осталось на то, чтобы убить этого гада. А там еще один подоспеет. Да черт, я не вижу его, серьезно. Где? Где он? Нет, ну если мы стреляли сюда, я его начал орать. Значит, где-то здесь. На рандом, что ли? Блин, может... базукой немного бомбануть. Опа. Нихера. Так. Делать нечего. Недалеко ушло. Блин. Я его серьезно не вижу. Где ж ты, гад, сидишь-то? Только войти остается, это не вариант. Блин, как будто какая-то бомба.
Так, давай, РМК. Первые две цели легко, а вот третья. Двигайся к западному Вайнвуду, медицинский центр Эклипса. Ищи грязные окна. Даже вслепую не могу по карте прицелиться. Понятия не имею, где это. Но куча времени, блин. 6 минут и этого не хватает на третью цель. Как я четко объехал. Тихо. Нет, ну нет. Ну блин, теперь вся краска слезла. Так. Вот, скажем, я вот смотрю, вот туда, куда надо. Даже встану сейчас на машину. Так, можешь просто базукой туда. Трусливые. Мне бы повыше залезть здесь. Так, вот здесь можно. Наверняка мне не видно его отсюда. О, ништяк, теперь точно весь видок должен быть на этого гада. Эй, куда ж ты залез-то, Франклин? Итак. Мне мешает кое-что. Так, тихо. Damn, I ain't got much time left. Да, я вижу. Я все равно не вижу его. Черт. В общем, я нашел, вот он, гаденыш где. Сейчас хэдшот ему сделаю. Куда еще? Так, остается последний гад. Так, давай. Катается на байке. Ну, за 4 минуты догоним его, убьем его. Изи должно быть. Breaking news. The pharmaceutical CEO found
почти догнали, и... Он не едет, что ли? И сразу задвигался. Окей, это будет... Изи. Все. Проблема решена. Заодно проехались на его трупаке. Отлично, на соточку. Что ж, друзья, вот такая вот миссия была. На этом пока все. Обязательно подписывайтесь на мой... О, Тревор. Что-то там Тревора появилось. Надо, может, посмотреть. Не знаю, подумаю. Такая вот миссия. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Добавляйте видео с брона. Также делитесь всем. И я надеюсь, вам понравилось. По-моему, это я уже говорил. Ну, до следующей серии.